Так, и пользуюсь случаем, вот возле мусорки тоже у нас вся дорога разбита, и почему-то никто ничего не делает. Я так понял, ЖЭК должен все это отправлять, все эти недочеты в администрацию, возможно. Ну, ЖЭК, может, у нас не видит вот этих всех дорог. Вот я наблюдаю вот за этими дорогами во дворе по улице 40 лет Победы здесь уже 3 года. И вот они как были убиты, так никто ничего не делает. Вот. Кому обратиться по этому вопросу, чтобы нам здесь все отремонтировали, дорогу хорошую сделали. Вот вдоль дома иду. Вот. Вся дорога вот эта полностью во дворе, полностью вся дорога убитая, и это я наблюдаю уже в течение 3 лет. А может, даже это все раньше произошло, но я вот начал следить за этим 3 года назад, и вот ничего не меняется, ничего не меняется. Вот я еще раз обращаюсь, может, мы начнем что-то лучше брать с запада, а не пенсионную реформу делать или еще что-нибудь. Вот здесь прямо как яма идет, можно было вот здесь вот это выровнять всю площадку, но это никому не надо, похоже. Так что, уважаемая администрация, вот этот ролик вам вышлю, а вы мне, пожалуйста, подскажите, кто за это отвечает. Вот за это все безобразие. И когда здесь все отремонтируют.